Уже завтра в Астане впервые стартует чемпионат мира по дзюдо. В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из 123 стран. В составе нашей сборной 18 человек, по 9 в женской и мужской командах. Среди них Максим Раков, Ельдос Сметов, Александра Подрядова, Гульжан Исанова и другие. Состоится чемпионат в Ледовом дворце Алау. Продлится он неделю. Ожидается, что на соревнованиях разыграют 14 комплектов медалей. Подготовка наших спортсменов идет очень хорошая подготовка. Прошли все учебно-тренировочные сборы, все, что планировали. Вот. Идет четырехгодичный цикл подготовки к Олимпийским играм на следующий год. Все идет по плану. Я думаю, что у нас медали будут. Постараемся сделать золото.